ароматный черный чай с клубникой. Вот, то есть я беру для этих целей обычный черный чай, какой, ну, марки, которую вы любите, и бросаю в него пару ломтиков вот такой сушеной клубнички. Вот эта клубника сушеная в баночке, это у нас уже остатки, сладкие, как говорят. Вот, вот в такой баночке, ну, она уменьшается в 3 раза, то есть ведро клубники помещается в 3-литровую банку, вот такой сушеной. Вот, что она из себя представляет? Вот такие ломтики, где это? Вот такие сушеные клубнички. Мы их сушим в сушилке. Я в каких-то роликах, из роликов расскажу, как сушить. Вот, где мы сушим, при какой температуре сушим. Но вот чай с такими ломтиками клубники, насколько ароматный, насколько вот у него утонченный запах, вкусный прям. Вот ты только чувствуешь запах, уже хочется выпить этого чая. Вот, поэтому тоже экспериментируйте. Вот, находите клубничку, либо сушите сами, чтобы у вас зимой всегда был запах лета, всегда был такой аромат лета. Вот, ну и плюс витаминчики тоже.